значит, ну ты чуть-чуть слышала про истинного мага, ну, но в целом... Я видела, да. У меня типа в говниде было упоминание, но это так, ерунда, короче. У тебя просто своего оператора нет. Вот ты и бесишься. Своего монтажера, да-да-да-да-да-да. Ну и, собственно, у нас отсюда пошли рофлы, что монтажер это, типа, на самом деле, как бы, того. Монтирует, да. Какой-то другой ютубер потом говорит, вот я себе уже третьего монтажера нанимаю, мы, блядь, всем стримом, сука, усываемся просто, блядь. Конечно, да-да-да. Вот, а про толчок тоже потом расскажу отдельно. Значит, вот здесь самое важное, нужно твое мнение касательно... Короче, касательно одного момента. А, с говнидой. А, ну да, 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 может. Так. Блин, хочу нормальное попить, да-ка? А какой из них твой, какой хуёй? А, ну да. А, это Юлин, значит. Не допить. Гачи ремиксы на Джейс, да, 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 да. Сейчас. Ну пока ничего. Пока просто слушай, наслаждайся, типа. Можешь говорить, как тебе. Да, типа. Спасибо. Саша, ты готова прийти на следующий алкострим для бонус канала около Мзона? Тебя уже воруют, слушай. Сколько заплатят, смотри. Вот как. Ну, у него донатят-то больше, чем... Я не знаю, кстати, он делится с бабищем или нет, но я думаю, он, типа, бухло поставит. И не только там. Хотя, хуй его знает. Так вот, блядь, да. Теперь мне интересно. Теперь надо сходить, блядь. А, когда наставит или нет, да? Да-да-да, проверить. Вот, он тебя заставит танцевать под Тоху Бимжа, собственно, вот. Блядь. И все такое. Можно не надо, пожалуйста. Нет, Тоха Бимж заебись, в принципе. Вот. Так вот, небеса качают зал. А кто это? Подожди, может, я путаюсь с чем-то? Сергей Сокол. Истинный маг. А, нет, не вот этот. Это Гапон. Ну, мы смотрели его стримы. Блять. Все, я да. Все. Гапон, бля. У меня просто две стопки ягера подряд. Блядь. Короче, я все расскажу. Смотри, сейчас по порядку, все, про всех все расскажем. Посвящение да. В гитар на YouTube. Так вот, ну, в общем, вот. Небеса качают зал, небеса качают зал. Я ей ничего не намекал, не заставлял, не принуждал. Про небеса качают зал? Да, он говорит, небеса качают зал. Ну, все просто, вот кого я знаю, у кого, ну, просто обычные люди с обычным тупым чувством юмора, все небеса качают зад, как тупо бы, тупо да? И смешно, блин. Все сразу это, то есть первое, что в голову приходит. Ну, слушай дальше. Что-то... Бьется сердце в стены, бьет металл. В стены бьет металл. Запах кожи крепких тел накал. Запах кожи крепких тел накал. Мужественно, типа, как бы, да? Значит. Безумно. Да-да-да, то есть, ну, как бы, эта вот песня, она вот бессмертный металл, она восхваляет, как бы, вот, ну, типа, мы крутые металлисты, и мы там с залом, у нас энергия, ну, он это так описывал. Но мы, как бы, запах кожи, крепких тел накал, гачи насмотрелись, и там все такое. Это психолога стала обмазывать с говном, такие, запах накал. Да-да, или накал, блядь, да. Ну, окей. Я как вчера там рекомендовали, что обмажься калом. Ну да-да-да-да. Выше небо, выше гор, в этот миг вы боги, мы металл. И припев сейчас будет. Ой, бля, питон-то про меня что-то выслал. О, мне кажется, ребят, коротко. Сапрыкин делает говно на трех аккордах, я делаю хиты на трех аккордах. В этом разница, все. Ну, потом посмотрим. Что-то оторваться от земли. Что? Ему надо кондиционер для волос купить. Маску. Почему? Кератиновую. Почему? Зачем? Ну, ты посмотри, какие пожухлые волосы просто у человека. Да ладно, неплохие. Я просто подаю все. Ну, вообще, да, типа, в клипе такое все, типа, знаешь, волосы. Ну, какие-то пожухлые. Ну, у меня тоже пиздец, кстати. Но у тебя они не выглядят пожухло, понимаешь? Ну, ему 40 лет, как бы. Нет, не оправдание. Да?
Да, если могу потом батю свою показать, он прям там ема. Он живет в городе Пермь. Пермь? Пермь. А, ну тогда ладно, это нормально. Пираты. Хэви метал душный. Бля, он поет типа он души, я пою душный, хэви метал душный. Я у себя душный. Душный. Я услышала душный. Я думаю, такая вроде серьезная песня, серьезная. Хэви метал душный. Ну вот мы и угораем, блядь. Теперь смотри, сейчас будет, типа... Я что, ебану? Теперь смотри, вот. Припев. Ты поднял кулак над головой. Сытный вой. Слитный там вой. Ну, типа, ты поднял, ну, мы поем, ты поймал дилдак над головой, там что-нибудь такое, типа, поднял дилдак. Вот, но сейчас самое охуенное, просто скажи, как, ну, да, короче, не, я тебя ни к чему не обязываю, просто послушай, ну, припев. Окей, окей. До конца. Heavy metal boy! Вечной жизни срак. Я на самом деле это слышу. Я типа не переделываю себя в голове и выдаю, я просто это слышу. Ты впервые видишь Сергея Сокола. Ты не хейтер ему, типа, да? Тебе похуй вообще. Там по пьяни только Павла Хохловского не включай. Ну, блядь. Я по КД, ну, как бы, всех уважаю очень сильно. Не то, что, не скажу, что прям люблю очень сильно. Сокол нормальный. Ну, типа, просто вот у меня просто какой-то тип, у меня нет к нему хэви-метал. Он искренне считает, что про срак это хейтеры придумали, типа, троллят его. Серьезно? Ну, он просто... Хэви метал твой для вечной жизни срак. Вот это, блядь, самая смешная строчка в этом. Ну, должно было быть, типа, срок. Хэви метал твой для вечной жизни срок. Он, типа, как этот, как кипел? Срак! Ну, да, да! Но он прям настолько... То есть, насколько вот... хуёвый выбор слова, блядь. И для причем... того, чтобы вот это сделать, да, вот это вот выебнуться. Вот и типа, причем Кипелов так поёт на высоких нотах. Там реально, то есть, типа, спеть «О-о-о», там очень высоко, это тяжело. Ты делаешь «А», поэтому, типа, «Срак». А он поёт «Срак», типа, ну, на низкой ноте довольно. И, блядь, по смыслу, то есть, для вечной жизни срок, ну, хэви метал для вечной жизни, как ты хуй знает. Хэви метал твой для вечной жизни срак. Оно, типа, по смыслу больше даже подходит. И, короче... Ну, блин, ну... В общем, чтобы ты понимала, мем в вечной жизни срак, он именно вот в этом как бы и заключается ради этого. Первый же мой донат на следующем стриме, знаешь, да. За срак. За вечную жизнь, да. То есть люди пишут, типа, там иногда в комментариях что-то, вот там вечная жизнь, срак, там... Раскачаем корни мира. Блин, это все отсылки к этому клипу. Вот. Это очень смешно. Ну и там дальше что-то, я не помню, типа, то есть клип пиздец 9 минут, блядь, там что-то. А, раскачаем корни мира. Там ла-ла-ла. О, Артемий Л. Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я только что насрал какашек и размазал их себе по лицу. Ну, вот так. Спасибо, Артемиэл. Классно. Да. Увлажняет, питает, опять же. Ну, это не самый, как бы, смешной, кстати, донат от Артемиэл. Ну, у него офигенные донаты. Да. Я тебе скажу, я каждый раз кеку просто прокекиваюсь на неделю вперед. Да, вот такие пироги. Ну, и, в общем, вот он такой крутой, деловой весь, блядь. Вот, кстати, крепких тел накал только что мы видели, голову мужика. Ни одной же... А, нет, вру, женщины будут потом. Что за девушка? Бля, надо какую-нибудь тебе приписку, типа, здесь сделать, типа, что за девушка? Вечная жизнь срак. С каких пор у тебя женщина? Да я специально нашел такую, чтобы Алекс, чтобы Nightmare Outside и Алекс Найтмер не возмущались. То есть, как бы, вроде женщина, но... Ну, не очень. Да, типа, да. Не совсем. Вот, а то вчера вообще все возмущались, типа, чё за хуйня, у нас тут, типа, гачи-мучи,
гитарный YouTube, а ты каких-то баб привел. Вот. Я поэтому нашел баланс. Да. Так нет, телефончик, ладно. Проблема в том, что они женщины. Они понимают? Да. Блин, я просто не знаю, у меня в школе была такая подружка, которая... То, что они понимают, тоже ладно. Они женщины. Вот что самое ужасное. Знает. Мы не одобряем. Я, видать, такое, знаешь, бесполое состояние. Мы не одобряем здесь женщин. У нас женщины, как бы... не люди. Да, вот это смотрели. Блять, сука, вырубился. И, короче, прикол, опять же, Nightmare Outside постоянно донатит этот... Спасибо! Блин, на, блядь, ты не знаешь прикол в чем. Пожалуйста, в рамках вашей праздничной программы передать привет деревню. Можно. Мы вообще видосы не смотрим. Нам донатили видосов, блядь. Сейчас посмотрим. Я просто хочу сперва посвятить тебя немного во всю хуйню-мыню. Он постоянно донатит, типа, зацени новый клип группы Фиент. Это группа Леоса, который вот с Найтмэром там. Или вот, типа, Сокол выпустил отличный клип, почему... Или вот лучший ученик Леоса там. Ну, то есть, и все время, блядь... Вот эта хуйня, и у меня просто этот звук вначале слышу, у меня уже на ха-ха пробивает. Вот эта деваха как-то поживее себя ведет на стримах, чем твоя сестра. Да сеструхе похуй, а это как бы... Эта деваха уже... как бы вообще... Ей интересно, вот в чем кайф. Да? Да, мне интересно. Пизда. Это симпотная тёлка из клипа, да. Да. Это, конечно, не та, по которой все больше всего угорели. Да, но зато legal. Как бы не barely legal, а прям типа уже можно. Умудрилась пораньше чуть-чуть родить. Это очень смешно, блин. Зиришь за пузыришь, блядь. Я никогда об этом не слышал, кстати. Мразишь, коленку ты мне гладишь, и маслом меня мажешь. И че там? Мамишь, шары ко мне ты катишь, без мыла в жопу влазишь. Блядь, там еще есть типа... какие самые смешные есть кекисы? А типа... Опять меня дурманишь, типа, блин, сейчас, мразишь, коленку ты мне гладишь, одна из самых смешных, типа, это, в штанах моих проказишь, блядь, типа, блядь, пиздец, свиногор, блядь. В очке моем ты лазишь, да, да. Габосечная полиция. Если у нее хотя бы хуй есть, если нету, то какой же это легал? Это сразу... Если у нее хуя нет, то все, отстой. Я же скидывала фотку профа. Да я в этот, в конфу, по клипу. А, да, да, да. Да, в розовых шортанах. Вот так, да, ребята. Это, как говорится, трапы на стриме Моисея. Все, Сокола посмотрели.